Oh, look at that. Wow. Да, вот такая красота получилась в процессе смешивания. Да, смешала здесь очень много всяких минеральных удобрений. Ну не так, чтобы прям много. В основном это карбамид, азот, еще что-то там было. Ну, такая реакция, скорее всего, пошла благодаря вот этой вот доступу кислорода через вот эту вот трубку. Да, захотел я полить немножечко с удобрениями. Смотрю, о, а там тут такая красота. Вот, и вот. Ой. Ну, эта бутылка стояла на улице, на солнце как-то.
с водой, и там вот эти вот образовались эти вот тины. И до сих пор живет, походу. Хотя навряд ли это, наверное, живет, поскольку там слишком уж это соленая, там, заминерализированная жидкость. И вот отсюда вот. Здесь, по-моему, чисто 100%. Но не 100%, а карбамид. Чисто один карбамид. Не, вроде бы, карбамид, не мочевина. Ну и здесь тоже. Ну здесь вам видно на дне осадок. Ну и здесь тоже, конечно, осадок он какой-то. Это давно уже эту бутылку развел. Тут примерно пол пачки было. И вот тут видите, нет никакой реакции. Прям чувствую себя каким-то, прям как какой-то химик-лаборант. Да. Интересно, если это помыть ей голову, волосы станут синими или нет. Ну вот вообще просто. Так-то на самом деле он не такой ультрамариновый, а он такой как бы какой-то, как дельфин. Как дельфин. Вот. Не знаю, почему-то. Вот видно, ну, вот я вот смотрю, как бы не через камеру, а так вот непосредственно на сам раствор. То действительно такой. Он. Ну такой какой-то. Но он синий. Зеленого как бы совсем нет. Какой-то вообще такой, ну, странный оттенок синего. Ну, свой чисто такой оригинальный такой цвет. А вот на камере уже он ультрамариновый. Тоже один из моих любимых цветов. Вот, ультрамарин. А вот как раз на камере именно такой вот. Такой как бы. Ну, конечно, мне нравится вот ультрамарин еще более темный. Самый такой темно-темный, который такой черный, синим такой, черно-черно-синий такой. И еще бы, конечно, там еще если какие-нибудь тени туда добавить, еще какую-нибудь алмазную пыль, если бы вообще было бы супер. Вот. Где бы взять алмазную пыль бы? Ультрамарин-то у меня есть. Да. Ну, естественно, это реакция. Аммиак. Реакция аммиака, выпал в осадок. Аммиак окислился и выпал в осадок.
Хоть, конечно, ну так, ну я так думаю. Аммиак, ну аммиак же тут в основном так-то он сильно летучий. Все остальные, как бы, соли, вон они на дне лежат. Но это уже еще и не первое. Это было разведено с водой. Вот эта вот штука. Вот на эту 5-литрушку почти всю вот эту бутылку. Ну вот до сюда столько вот было вылито раствора. Уже не раз разводил. Уже с эту полпачки разводил уже. Ну так вот. Разводил ее, хорошенько трес, и потом просто ставил, чтобы она постояла немного. Всего села. И как бы вот это вот раствор этот сверху, который был, его сливал. И вот уже. Ну так-то я, конечно, не особо там поливаю минеральными удобрениями, но иногда надо, чтобы прогнать всяких там насекомых, жучков и червячков. Так что нужно более ну, пусть будет серьезно, более серьезно подходить к этому, к субстрату и как-то все это осматривать лучше, чтобы не было никаких личинок, ничего. Конечно, когда у тебя там нужно КамАЗ. Ой, нужно прицеп земли для рассады, конечно. Каких там могут быть? Какая может быть речь идти? Посмотреть на наличие личинок. Ну, наверное, есть какой-то способ все равно их прогнать. Ну, там, пускай они живут, конечно, там, что там. Особенно там, какой-нибудь там теплицы, там, оранжереи, естественно, большой. Чего они там живут, да и живут. Все равно там. Места мало, они все равно куда-нибудь, что-нибудь другое будут есть. Более простое. Может, есть какой-нибудь там ультразвуковой, может, метод. Какой-нибудь звук, может, их прогоняет. Думаю, можно. Есть, наверное, какой-нибудь все-таки способ. Тут вот прям закристаллизовалось. Да, это вот вообще прям как какая-то компьютерная графика. Можно прям короче сделать скриншот. Вот так вот, шкоп, вот так вот сделать скриншот. Во. Вот сделать такой скриншот и отправить какую-нибудь эту. Какую-нибудь группу.
компьютерных игр. Сказать, короче, вот, смотрите, новый скриншот. Новой супер игры. Скоро выйдет новая супер игра. С такой вот, смотрите, какая графика. Как бы разработка ведется в секрете. Там утечка информации. И все, и короче, о, новая супер игра. Тетеграфон. Да, вот. Такого вы нигде не увидите никакой. Вот, так вот, если сделать еще. Фу, вот. Короче, это. Такой вид тут, короче, это. Вот то, что, короче, свое отражение видно. Пока что ни в какой игре такого нет. Что там смотришь, например, там в лужу. И ты видишь свое отражение. Или там подошел к машине. И ты видишь свое отражение. Вот. Вот так вот, короче, такой трж, ссылка на предварительный заказ. Да, тетеграфон. Ну вот такой вот, короче, химическая реакция произошла. Так что идет, так сказать, продолжение, улучшение моих навыков, прокачивается потихоньку в химлаборатории, потихоньку набирает обороты. Так что надо изучать химию. В любом случае, ребята, ну, изучайте химию. Ну, что, изучать химию нужно начинать с изучения латинского или какой там древнегреческий язык греческого. Ну, древнегреческого, начинать с древнегреческого. Альфа, бета, что там, зота, сигма, омега. Какие еще буквы помню? Гамма, эпсилон, ну и все, в общем-то. Так что вот. Так будет проще, если если получить древнегреческий язык, будет гораздо проще химию изучать. Древнегреческий язык вообще очень сильно связан с науками.
химия, физика, математика, да и даже русский язык. Русский язык и даже и физкультура. Биология. Этот кто он? Компьютерный этот урок-то этот. Компьютерная дисциплина. Программирование. Или как он в школе по-другому же это называется? Не программирование же. Электроника. Как же она называется в школе-то этот урок? В общем, везде нужен древнегреческий язык. Его немножко поизучать, алфавит, историю. Будет, ну, я поизучал, мне стало гораздо проще. Не знаю даже, каким образом это произошло, но реально. Пытался что-то вот поизучать химию там туда-сюда. И ну еще и как вообще так немножко там еще там другие там науки. И вот почему-то меня это сильно тормозило. И подумал, что ну, это с этим нужно уже пора как-то это вот как-то это все перепрыгнуть, так сказать. С этим вот пробелом. Этот пробел нужно как-то восполнить. Ну, это не было даже пробелом, а вообще просто так вот взять и все. Ну, захотелось поизучать. Все поизучал. Снова начал немножко это, ну, такое что-то надо было посмотреть там. Ну, интересно стало. Опять там наука. Науку немножко, так сказать. И это, хоп, начал, и как бы чувствую, что мне вообще гораздо проще. Что как-то остается лишь просто запомнить. Запомнить какие-то там эти. Ну, естественно, нужно все. Везде, в каждой науке многое, что нужно запоминать. Без этого никуда. Также эту же таблицу химических, периодических, химических элементов. Нужно вообще за ее знать. Та же как таблица умножения. И вообще я сейчас подумал, что вдруг это у меня получился в сирот. Реально. Может быть, это реально в сирот. Так что ладненько, всем пока. Чао, чао. Чао. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Well and goodbye.